Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Тунис против сборной Австралии. Пробежимся по предыдущим матчам этих двух команд. Тунис сыграл в ничью с Данией, с хорошей сборной Дании, крепким соперником, прошлым полуфиналистом Евро. Вот. Теперь еще и Кристиан Эриксен, вернувшись в сборную Дании, укрепил по всем, мне кажется, фронтам. Также особенно стандартное положение, практически вроде все он исполняет. И вот Тунис, ну, более-менее выдержал этот натиск датчан и заработал единственное очко вот в этом матче. Ну а сборная Австралии все-таки проиграла действующему обладателю турнира, сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира в 2018 году, а вот проиграла 1-4. И после вот этого матча австралийцы настроились и вот так вот забили ворота сборной Туниса первыми. Дальше тоже были опасные моменты за австралийцами, но вот такой вот отличный выход от Слити, который забивает и сравнивает счет. Хороший такой атакующий футбол. Показывают две не самые такие, наверное, более востребованные команды для зрителей, просто любителей футбола. Но такие матчи тоже нужны. Интересно в таких матчах разглядеть какого-нибудь интересного футболиста. И, к примеру, можно поискать в сборной Туниса, потому что забивает Тунис второй перед самым перерывом, и пока что у них, ну, можно так сказать, волевая победа в первом тайме над сборной Австралии. Молодцы ребята. Ну и вот команды уходят на перерыв. Интересно посмотреть, как будет действовать сборная Туниса, ведя все-таки в счете, не рано ли они закроются, будут играть в оборонительный футбол, но австралийцам обязательно нужно больше атаковать, чтобы снова выходить вперед. И вот опасные атаки со стороны сборной Австралии. Голкипер сборной Туниса не дает забить еще. Но вот такой момент и фол со стороны игрока Мериаха, игрока сборной Туниса. И Австралия забивает с пенальти. И снова у нас вот такие вот качели. То туда, то сюда. 81-я минута. Хазри неплохо так прошел. Пас отдал. Очень опасный был момент в концовке. Снова сборная Туниса в атаке. Соси пробивает и забивает гол. 84-я минута. И, казалось бы, все. 3-2. На последних минутах, буквально уже в последнюю там, пятиминутку, забивает сборная Туниса. Все, минимальная победа этой сборной. Но нет. На последних, вот здесь уже точно, на последних секундах сборная Туниса пошла в атаку. Слити дает на Жазири, тот забивает и увеличивает преимущество сборной Туниса. В итоге победа за африканской сборной 4-2. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.